Власти Армении запретили проармянскому пропагандисту Константину Затулину въезд в республику. Об этом сообщает сайт газеты «Айкакан Жаманак». Передает «Дай Ас». Как пишет издание, в своих публичных интервью Затулин неоднократно обвинял правительство Армении в поражении 44-дневной войны. Более того, вторгаясь во внутриполитическую жизнь Армении, Затулин не раз озвучивал, что Никол Пашинян должен уйти. Затулин даже успел обвинить власти Еревана в том, что они вбивают клин в армяно-российские отношения. А в интервью, данном Яркир Медиа, во время своего последнего визита в Армению, обвинил премьер-министра в подписании коридора через суверенную территорию Армении, подчеркивает газета. Напомним, что Затулин является одним из тех, кто выступает против мира на Южном Кавказе и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Получая гонорары от армянских покровителей, лоббист гордо поддерживал все бредовые заявления и интересы Еревана. Однако Затулин со временем уткнулся лбом в стену, когда даже ему стало очевидно, что в Армении на самом деле царят антироссийские настроения. В результате Затулину несколько раз пришлось делать нападки на армян, ибо дальнейшее его слепое продвижение армянских интересов поставило бы под удар его карьеру в России. Как видим, обе стороны настолько потерялись в своем постоянном вранье и ошибках, что пришлось разойтись по углам. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!